башке ударило. Да, вот так. А что вас так увлекло, Андрей? Вы так смотрите напряженно и заинтересованно. Вот тренируем вдвоем молодежь, Татьяну. Ах, так, хорошо. Ставим ей удар справа. А это важно для нее, а то у нее локоть, когда справа у нее выкручивается, ключица вообще неизвестно как. Она хочет стать инвалидом, наверное, чтобы побольше пенсию получать. У нее убийственный удар, хорошая кисть, все нормально. Справа страдает, надо учиться справа. А помогает в этом, помимо Андрея, еще Нурбек. Пока Олег Николаевич с Михаилом играют. Ну что ж, посмотрим. Таня знает, что у нее удар справа – это травматичный для нее, а не для соперника. Ну, для соперника тоже бывает. Она не боится играть справа. Она, как Олег Николаевич, заходит вправо и играет закрытой ракеткой. Таня, прекратите, играйте, как полагается. Справа открытый. Что вы слева хорошо играете, мы знаем. Таня, как вы отдохнули в Сендуках? Хорошо. Вот все равно заходит направо, чтобы сыграть закрытый. Вот. Вот видите, что нас приударили справа, что они с плечом творят. А у Нурбека особенно смотрим на ускорение на шарике. И стараемся запомнить это и развить себя. Смотрите. Каждый удар с ускорением. Каждый. Пауза. Удар с ускорением на шарике. Пауза. Пауза и удар с ускорением. Пауза. 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 Пауза, все через паузу. Пауза. Да нет этого, нет этого, вот прям доли секунды замедления. А он Нурбека только через паузу. Видите, ожидание шарика и игра. Это противно. Угу. Энерженко. Так, сейчас мы ракурс поменяем. Я ж там не вижу ничего. Это ты раскрылся, Сань. Ага. Со второго удара самый лучший получается результат.
что творится? Таня, а что это за прием у тебя такой? Не подрезка, и не нарезка, ковыряние какое-то непонятное. Таня, прекрати это делать. Вот лучше так. Вот так, Таня, вот так и лучше гораздо. Ух ты! Мы благодарим Нурбека за помощь Татьяне. Андрея благодарим. Тань, как тебе?